Иногда люди говорят мне, что они настолько тяготятся своей жизнью, что хотели бы умереть. Что же это возможно? Можно обратиться к Богу и попросить Его о смерти для своей прежней жизни и воскресении для новой. Бог может дать вам новую жизнь, в которой главным будет доверие и послушание Ему. Ваша жизнь больше не будет принадлежать вам, но Ему. Та жизнь, которая была у вас до этого, прекратится. И начнется совершенно новое. И все, что для этого нужно сделать, это покаяться и уверовать. Передать вашу жизнь Богу. Признать, что Он, а не вы, владыка вашей жизни, с этого момента.